Иное измерение русской культуры. Яков Петрович Полонский. О Некрасове. Читает Евгений Празы-Брушковский. Я помню, был я с ним знаком в те дни, когда больной он говорил с трудом, когда гражданству нас уча, он словно вспыхивал и таял, как свеча. Когда любить его могли мы все, лишенные даров и благ земли. Перед дверями гроба он был бодр, невозмутим, был тем, чем сотворен, своим поникнувшим челом над рифмой. Он глядел бойцом, а не рабом. И верил я ему тогда, как вещему певцу страданий и труда. Теперь пускай кричит молва, что это были все слова, слова, слова. Что он лишь тешился порой литературной игрою козырной, что с юных лет его грызет то зависть жгучая, то ледяной расчет. Пред запоздалую молвой, как вы, я не склонюсь послушной головой. Ей нипочем сказать уму, за то, что ты светил, иди скорее во тьму. Молва и слава — два врага. Молва мне не судья, и я ей не слуга. Около 1870-1875 годов. Напечатано во втором томе полного собрания стихотворений Якова Петровича Полонского в 5 томах. Издание, просмотренное автором. Санкт-Петербург. Издание Маркса. 1896 год.